Привет-привет, друзья, с вами Кейкс, Пути-пути, всем вкусняшки мороженок, и сегодня новые приключения аниматроников, друзья. Сегодня будет моя реакция на FNAF, друзья, Five Nights at Freddy анимация. Итак, ну чё, давайте посмотрим, чё я тут для вас крутое приготовил, погнали! Так, начинается... Among Us против Five Nights at Freddy. Так, эмонкасики телепортировались в пиццерию Фазбер. О, это Грегори! Ребята, вы узнали? Это Грегори! Так, сигнализация. Друзья, кто-то ломится. Давайте смотреть по камерам. У-у-у, наш старый знакомый. Друзья, Фредди Фазбер. И что-то я смотрю, друзья. Он настроен агрессивно. Да не подходи ты к двери. Блин. Он странный космонавт. Да блин, сзади, сзади, ну чё ты? Вот лошара. Вот лошара. Давайте, пацаны. А реально, гляньте, ребята. Фредди Фазбер очень злой. Просто злюка. Капец. Сейчас он все грохнет. Офигеть. Нифига себе. Он ест космонавтов. Давайте, пацаны. Так. Я буду болеть за эмонкасиков. Они какие-то прикольные. Давайте, пацаны. А Грегори, ребят, посмотрите на Грегори. Реально. Опа, чика, блин. Вы чё? Пацаны, не подводите меня. Блин, сожрала. Ты видел, нас осталось только двое. Зеленый, фиолетовый. И Грегори. Так, гасите чику, пацаны. Блин, все, сейчас она сожрет. Сейчас она сожрет. Сейчас она сожрет, Грегори. Давай, пацан. Давайте, давайте, давайте. Блин, фиолетовый. Фиолетовый, ребят, фиолетовый дрестанул, смотрите. Давай, давай, давай. О, молодец. Молодец, очнулся наконец-то. О, лимонки. Давай, гранатами. Баба. Крутяк. Молодцы, молодцы, пацаны. Красавчики. Так, кто там? Сейчас, наверное, Бонни будет. Точно, Бонни. Ага, о, он не один, он с Фокси. Так, это мы, это мы. Это мы, Фредди и Чика. Да, привет. Бабах, молодец, молодец, молодец. Правильно, перехитрили. Ля, чё ты рот раскрыл? Чё ты рот раскрыл, Фокси? Ну сделай же что-нибудь. Давайте. Какие-то странные аниматроники. Так, осталось чуть-чуть. Друзья, кто победит? Грегори, эмонкасик или аниматросы? Ух, нифига себе! Импостер! Это же импостер-компостер! Давай-давай-давай-давай быстрее! Да хватай ты РПГшку! Ну! Бабах! Есть! Хорош! Вы победили! Так, ребята, следующая анимация. Давайте посмотрим, что здесь. Опять наши эмонкасики гуляют. Они гуляют. Это мусорка. Чё вы в мусорке забыли? Вы чё, мусорщики? Фу! Вы чё? Ну, сейчас они испугаются, я думаю. Это предсказуемо, вы чё? Точно. Ага, я понял, ребята. Самый пугливый здесь, это сиреневый. А это кто? Так, тихо. Офигеть. Это кто, друзья? Это же новые Скибиди. Давайте так. А ну, ребят, давайте посмотрим. Так. Скибиди, я вижу свинья. Потом Скибиди Балди. Потом Скибиди Скромник. И Скибиди Грэнни. И еще какой-то Скибиди. Я не понимаю, что это за Скибиди. Ладно, давайте глянем. Так, офигенно. Вот это прикольно. Ля, какие прикольные. А, Тони... О, Тони Грэнни, то дед. Нифига себе. Вот это там, в мусорке нашли автоматы. Дорогущие. Как такое возможно? Как в мусорке? Кто оставляет автоматы в мусорке? Давайте, давай. Патроны закончились? Конечно. Крутые автоматы в мусорке и без патронов. Да. Так, скромник, ребята, скромник. О, офигеть. Вот это да! Скромник и какой-то еще. Я не знаю, кто то. Но Скибиди очень странный. Так, РПГшка пошла. Давай, 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 давай. Баба! Есть! Хорошо!
Прикольно. Молодцы, молодцы, пацанчики, молодцы, космонавты. Вот это да! Вот это да! Это же камерамен! Крутой камерамен! Ничего себе, вот это да! Тут и камерамены! Друзья, 4 камеры, чё он ржёт? А чё с ним? Одним... Чё, всё? Ты живой камерамен! Тебя одним кирпичом завалили! Давайте, пацаны, молодцы! А его затоптали! А его просто затоптали! Молодцы! Кто там? Так, друзья, а это что такое? А это какие-то кладовки! Да какие-то кладовки! Интересно, давайте наверх, пацаны, надо узнать, что там в этих кладовках, так? Посмотрим, мне кажется, там тоже оружие, ребят. Но не точно! Хотел сказать, но не факт, оказалось фактом! Опа! Вот это да! Это же, ребята, ТВ-мен! Очень сильный босс! Я сожрал! Идова сожрал! Давайте, пацаны, блин, этот лёг, опять лёг. Этот сиреневый. Да не подводи до меня! Так, давай, давай, гранату, 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 да быстрее! Давай, есть! Хорошо! О, очнулся! А, молодец! Он его добивает! Он его добивает дохлого! Прикольно! Ля! Он не дохлый, ребята! Офигеть! Вот это круто! ТВ-мен достал свои 4 новых телевизора. Все, этому хана. Так, давай, давай, зеленый. Давай, грин. Грин, давай, пилякай его, пиля. О, молодец, 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 молодец. Идет, вперед, молодец. Так, друзья, кто победит? ТВ-мен или зеленый импостер? О, молодец, молодец. Наконец-то сиреневый помог. И в следующей серии, ребят, давайте еще одну серию посмотрим. Прикольно. Мне нравится эта анимация. Если нравится, ребята, эта анимация и моя реакция на эти анимации, можно я могу еще как-нибудь сделаем еще какую-нибудь классную реакцию. Итак, ребята, это парк. Мы находимся в парке радужных друзей. Так, и сюда пришли маленькие космонавты-импостеры поиграться. И тут выходит чудище. Так, а что это за чудище? Честно, я не знаю. Это какое-то странное чудище. Это разве Rainbow Friends? Это какой-то новый монстр из Rainbow Friends, я его не знаю. Это точно не Blue, это точно не Green, и это точно не Red. Это вообще какой-то... Какая-то... Не знаю. Какая-то ящерица или что это такое? Ладно, ребята. Так, посмотрим. Что нас ждет в этой серии? Чё она ногами дрыгает так долго? Давай, 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 зеленый. А, у него патроны закончились. Хорошо. Так. О, этот опять прятался. Сиреневый, сиреневый, знаете, мне кого напоминает, ребята? Сиреневый мне напоминает нашего той Бонни, который всего боится и который все время очкует. Перед тем, как он прячется, он не хочет никуда идти. Но в итоге он выполняет свою миссию. Так, сейчас она его сожрет, эта ящерица или кто это, я не знаю. Так, 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 так. Опа, нифига себе, а это кто? Это какой-то... Ребята, это реконструированный Грин. Смотрите, из Грина сделали несколько частей. Там есть красный, сиреневый, голубой, зеленый. Нифига себе. Друзья, новый Грин. Честно, мне не нравится. Вообще, какой-то он странный. Лучше бы был просто зеленый. Давайте, давайте, пацаны. Так. Ну? Кто победит? Кто? Космонавты, друзья. Космонавты. Или же Rainbow Friends. Вот этот поломанный Грин. Может, это даже не Грин, я не знаю. Блин, да что такое? Не трогайте моих космонавтов, сожрал. Сожрал, просто сожрал. Вот это да. Нет, не надо, пожалуйста. Не надо нас кусать, мы хорошие. Не надо нас кусать. Давайте, пацаны, давайте. Гощите, гощите, вот так вот. Молодцы, молодцы, молодцы. Круто, ребята.
Офигеть! Вот это да! Ты только глянь, смотри! Какой он прикольный! Его кто-то откусил, это же Блу! Ему ногу откусили! Пол туловища откусили! Одного глаза нет, как и должно быть, а другой вообще! Вот это прикол, ладно, давай дальше! Вот это мне нравится! Вот Блу классный, ребят! Напишите, реально классный Блу! Блин, сейчас... А я думал, он сожрет нашего сиреневого... Боягузика. Так, прикольно. Давайте, пацаны. Давайте, вы сможете, я за вас болею. О, разломали. Круто. Что это за птица летает? Вообще непонятно, все. Сожрели. А его сожрели, блин. Вообще непонятный какой-то персонаж. Ну ничего. У нас еще есть два, друзья. Я думаю, мы сможем их победить. Мы сможем. Потому что у нас есть пушки. А у этой вертолет. Блин, у нас пушки закончились. Офигеть. Ладно, ребята. Импостер. Давай. Молодец. Так, ребята. Так, а что они кидают? О, прикольно. И, друзья, снова РПГшка. Так, импостер, сваливай быстрее, а то тебя сейчас кокнут. Давай! Вот так, молодец! Так, ребята, ну чё, если вам понравилось и вы хотите еще посмотреть такие прикольные анимации вместе со мной и увидеть мою реакцию на это, поставь лайк, подпишись на мой канал, напиши крутой комментарий, поделись этим видео с друзьями. А с вами был я, Кейс Бодибудик, всем счастливо, всем пока! Давай!